Последний был нос. Ну, ну что? И последний был. Это цензурное? Ну, ну что, это уже было последнее. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Короче, говорить нужно погромче, поняла? Слышишь, он подпевает. Да. Привет, мои хорошие, с вами Силина Свей и Искромняшка! Привет! Сегодня у нас будет необычное видео, мы посмотрели идею в доме 2. Ну, кто не знает, тот не знает, но идея нам очень понравилась, и мы решили снять то же самое на своем канале. А это значит, что мы берем по 10 продуктов, Кристинке завязываем глаза, я ей подношу, ну, по 10 продуктов. 10 продуктов она выбрала на своем канале и кормила меня. И вы можете это посмотреть по ссылочке внизу. А я сейчас приготовила ей продукты и буду кормить ее с закрытыми глазами. А она должна будет угадать, что это такое. Естественно, все это будет с подсказками. Денечка, не подсказывай сейчас, не открывай корзинку. Давай скорее Кристине закроем глаза. Ты готова? Конечно, не смотри. Конечно. Не смотри в корзинку, она открыла ее. Так, ты готова. Сейчас я завяжу глаза. Селена, ты ведущая сказочная. Ты все так рассказываешь. Я сразу все поняла. Итак, поехали! Дэня, ты мне макияж испортила, у меня еще целый день. В корзине осталось 3 продукта. Да? Дэня, давай начнем вот с такой вещи, которую Дэня сразу взял почему-то в руки. Ты знаешь, как пахнут эти вещи? Дэня, не надо, подожди, потом. Сейчас Кристина угадает, что это, я тебе дам. Подсказка, из-за чего плачут дети. Нельзя трогать пока. Да, не, вообще не, я вообще запах. Она пахнет. Что-то знакомое. Дыня! Тише. Свечка? Нет. А вот, вот. Знаешь, как они шелестят? Деньги. Правда? Да ладно. Бинго! А сколько? Угадаешь, какая сумма? Пятерик. Чё, 5 рублей? Пятерик, рубасик. Нет. 5000 рублей? Нет. Вот угадай, что за сумма? Ой, ну 1000. Нет. Неужели ты мне 100 дала? Да. Я в шоке. Поэтому ты не могла сразу угадать. Я такие денег. Будь здоров. Поехали дальше. Многие должны знать, что это. Ну, как по мне, это острый перец чили-пеппер, который тут как раз. Давать подсказку? Да. Можешь потрогать. Давай одним пальчиком сейчас повыше. Еще и что-то маленькое. Ну, пластилин. Какой? Детский же это. Тесто, да. Только я-то вообще не знаю, как он пахнет, понимаешь? Потому что ты мне его давала неразпечатанным. Дальше. Мне интересно, знаешь ли ты, как пахнет? Новый год? Нет, маленький. Не трожь пока. Ну это вообще нереально. Что за запахи? Бумага туалетная. Да. Селена. Молодец. Дальше. А вот это, то, что ел сейчас Денечка, попытался съесть. Ты понимаешь его, да? Да, запах, конечно, вообще шикарный. Я, конечно, не знаю твоей парфюмерии все. А это не парфюмерия. Ну, это что-то из бытовой химии. Да. Наверное. Я ж не знаю, что у тебя есть. Хочешь скушать? Нет, скушать не хочу, я бы помыться хотела. Значит, гель для душа? А ты можешь потрогать? Мыло какое-то. О, это мыло от нас Анастасия. Да. Анастасия. Сделала такое мыло классное. Вот Кристинка угадала. Вот это Денька и хотел сожрать сейчас. Так, дальше. Поймешь ли ты, что это такое? Мыло, правда, пахнет все. Вкусно. Если не поймешь на запах, ты мой палец не хочешь. У тебя палец запах.
На, угадывай. Ой, ну это для ногтей буф. Правильно! Я правильно сказала буф? Буфик. Или бафик вообще. Буфик-бафик. Баф? Баф. Дэнь, подожди. Ну подожди. Следующее я бы хотела дать это Дэньке, потому что он забирает это из моих рук. И для начала нужно дать понюхать это Кристине. Кристина, ты знаешь, как пахнут эти вещи? Она дотронулась уже носом. Вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Дэня. Это съедобное? Нет, это не съедобное. Дэнь, давай Кристине еще дадим понюхать. И я тебе отдам сразу. Ну потрогай, рукой вот так проведи. Кошелек? Да! Кошелек, и не просто кошелек, а кошелек Прада. Кошелек-кошелечек? Я хотела, чтобы ты понюхала, как Прада пахнет. Деньги, Прада. Да. Все замешано на деньги. Да. Меркантильная слина. Так, давай. Давай нюхаем. Так, давай вот это сначала. Вот это вообще твое любимое. Ты это любишь, любишь это совсем, поэтому ты должна это угадать. Ну, соевый соус. Блин, так я ж тебе его давала, по-моему, или я хотела? Ты мне не давала соус. Я только хотела, просто думала, сейчас я его убью. Ты мне спиртягу какую-то дала. Ладно, давай так, уберем запах. Уберем запах. Угадаешь ли ты это? Вообще не запаха. Причем это только что использованная вещь. Нельзя трогать пока. Памперс? Нет. Ну что, воняет мочой, там моча воняет так же. Ну, использованный только памперс, может. А ты даже так не поняла? Ну, чего, пластилин? Нет. Вахлёй. Игрушка какая-то. Дэнь, это твое? Ну-ка, Дэнь, подскажи. Использованный. Ты меня взяла. Ты звук услышала? Дэнь, иди подскажи. Дэнь, иди подскажи Кристине. Ну-ка, иди подскажи Кристине. Ну-ка, потрогай нас. Крис, ну ты чё? Потрогай нас, скорее. Повыше. Чё трогать-то? Чушечку? А? Да! Ты мне дала понюхать сушку? Да! Так она ничем не пахнет. Он же Дэнь, это зубы чистит каждый только день. Только обслюнявленная. Дальше есть у нас еще вот такая вещь. Там еще много. Ну, вообще, это типа последняя вещь, но Дэнька разбросался, я сейчас поищу. О! Понюхай давай. Ты должна угадать, потому что яркий очень запах. Сразу в нос плюхнула. Ой, ну да, так. Надо вот так. Как по химии нас учили. Вроде что-то напоминает, типа творога, что-то такое. Какого творога, Даня? Нет, это до творога далеко. Это еда? Да, ну да, это добавляется в еду. Сгущенка? На, потрогай. Запах тебе ничего не напоминает? Ду-ду-ду-ду. Нет, что-то знакомое. Нет, вообще ничего. Вообще сладкое или сильное? Уксус. Да, бальзамический уксус. Специальный уксус, который просто уксус, а бальзамический уксус. Который очень-очень люблю добавлять. Так, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Дэня что-то чуханил. О! Я нашла, что дай тебе еще понюхать. Давай. Это место очень пахнет. Как понять, это место очень пахнет? Это как понять? А что тебе приходит в голову? Не знаю даже. Что такое? Нюхай. Ты мне руку свою даешь? Это место у тебя очень пахнет. Ухо? Нет.
Вообще не знаю, что ты мне подставила. Какое место могла подставить Селена, которая очень пахнет? Самое интересное, я не знаю, почему это место все время именно вкусно пахнет. Не, ну так не годится. Тихо! Без рук! Без рук! Тихо, без рук, без рук. Не трожь, не трожь. Это тоже дыня. Место, которое постоянно... Дай, Кристина, угадай. Ты дыньку мне подставила, что ли? Нет. Место у дыньки, которое... Подушка. Нет. Дай, Кристина, понюхай, этот кусок. Этот кусок? Игрушка какая-то. Да, что за кусок у игрушки? Наверное, нога. Нет. Пузо. Нюхай. Мишка это ваш. Да, что за место? Ну так ничего, ну хвостик, наверное. Нет. Ну ушко, голова. Ну почему пахнет это место? Ну он лежит вот там. Нет, это пахнет, потому что Дэнни что-то делает все время. Облизывает? Да. Что он облизывает у Мишки? Носик. Носик у Мишки, носик. Селена, креативная Селена, как всегда. И последний. И попробуй угадать. Что последнее? И последний. Последний был нос. Ну, ну что? И последний. Это цензурное? Ну, ну что, ты уже было последнее. Я у тебя боюсь уже. Это вы тут, ручки-ручки. Ручки-ручки, ручки-ручки. Ай, последнее, давай же. Да было уже последнее. Последнее. Да почему? Что это? Маленький такой. Это кто это? Пацанин. Это Дэнька. Так, там. Всё, снимай. Ой. Ура, скажи мне, не угадали. Ну что я могу сказать? Она Кристина борется. Вообще справилась на 1300%, не как я реально. Очень быстро многое вещи угадала, хотя я и выбирала сложные, сложные продукты, которые реально сложно угадать, которые не пахнут даже характерно. Да? Ты знаешь, мне кажется, зрители догадаются, что здесь живешь не ты, а я. Да? Вот исходя из этих видео, по-моему, теперь что все стало на своими. Они поймут, что на самом деле у тебя две квартиры, у меня ни одной. Нет, они поймут, что ты скрываешься просто. Это такая личность, которая не хочет показывать свое. Я вообще хотела же дать памперс понюхать. Угадала? А прикинь, носом бы раз. Он очень пахнет мочой, конкретно, прям аж плохо. А ты еще и памперс, думала, не угадала. А как тебе ножки маленькие? Характерно пахнет? Нет, ты же не купаешь каждый день. Все, мои хорошие, нам идея для видео очень сильно понравилась. Это был прекрасный опыт лично для меня у Кристины на канале. Она кормит меня тоже всякими приколюхами. Это очень смешно и весело даже для нас самих. Не знаю, как вам для просмотра. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. А ссылочку на Кристину я, конечно же, оставлю под видео. Обязательно проходите, посмотрите, как мы там ржем. И что, тебе вообще понравилось участвовать в этом? Да, мне очень понравилось. Идея очень интересная, хотя и сворованная. Ну ничего, все воруют. Ничего. Все воруют. Пойдем с базара что-нибудь украдем. Я говорю, тебе надо в кафе посидел, убежал. Она платит, платит. Ну ты беги, а я заплачу. И опыт есть, да, и не страшно. И не сел. Все, мы с вами прощаемся, любим вас и целуем. И готовим для вас что-то интересное, да, Крис? Что-то интересное. Мы кучу всего интересного для вас готовим. Пока!